учитывая такой объем денег, который вкладывает Саратов, безупречными дорогами. Центр безупречными. Я не могу сегодня ни одну дорогу обозначить в городе Саратов, который отвечал критериям. Посмотрите, мы с вами говорили, Московская, ни одного колодца не обустроено, Клинус уже появилась, сточные все колодцы обезображенные, Кутюкова отремонтировали, колодцы провалились, Чапаева на гарантии, колодцы провалились. Вот мы ее отремонтировали, в соглашении по контракту агломерации все написано. Но только не исполняется контроль с вашей стороны. Поэтому так не пойдет. Мы не будем деньги вкладывать в такое отношение к дорогам. Я вас об этом предупреждаю. Поэтому просил бы Михаил Александрович ответственных лиц потребовать по-настоящему. Кто не справляется, вплоть до освобождения.